Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий серьезную ответственность автомобильных дилеров за навязывание дополнительных товаров и услуг. Авторы документа считают, что данная проблема стоит очень остро. Покупатели машин уже давно негодуют из-за того, что заводские и реальные цены на авто в автосалонах отличаются на сотни тысяч и даже миллионы рублей. Согласно законопроекту, продавцы будут обязаны выплачивать штраф, который вдвое превышает стоимость допов. По действующему законодательству размер взыскания находится в пределах 10-20 тысяч рублей. Трасса 101. Госавтоинспекция предложила Министерству здравоохранения составить официальный перечень лекарств, которые водителям употреблять нельзя, так как они ухудшают внимание и реакцию. ГИБДД не устраивает, что медики используют, как правило, формулировку «не рекомендуется», которая не воспринимается многими шоферами как стопроцентный запрет. По мнению ведомства, было бы намного эффективнее наносить на упаковку что-то вроде перечеркнутого красного круга с автомобилем внутри. Добавлю, в России есть случаи, когда водителей лишали прав за прием лекарственных препаратов, например, корвалола. Трасса 101. Toyota, Kia, Hyundai и Lexus – автомобили, которые в России угоняют чаще всего. Ситуацию с кражей машин за последние 4 года проанализировала одна из известных страховых компаний. Если говорить о конкретных моделях, то больше всего рискуют остаться без колес владельцы Toyota Camry. Далее идут Land Cruiser и RAV4. Среди Kia наибольшим вниманием злоумышленников пользуются Rio, Sportage и Optima. Среди Hyundai – кроссовер Santa Fe. Количество угонов последнего выросло в 5 с лишним раз. Трасса 101. Компания Kia представила обновленный кроссовер Seltos. Официальные заводские цены на дорестайлинговую версию начинаются почти от 2 миллионов рублей. Результатом модернизации стала измененная решетка радиатора, другой передний бампер с декоративными вставками в виде клыков, иная конфигурация задних фонарей. Изменилась машина и внутри. Селектор коробки передач превратился в шайбу, а приборная панель обзавелась двумя дисплеями. Один отображает комбинацию приборов, другой предназначен для управления мультимедийной системой. Трасса 101. В Санкт-Петербурге отремонтировали 700-метровый участок дороги, добавив в асфальтобетонную смесь клубничный ароматизатор. На такой оригинальный шаг дорожники решились после получения многочисленных жалоб от горожан. Дескать, свежий асфальт резко и неприятно пахнет. Представители подрядной организации заявили, что они экспериментировали с разными ароматами. Клубничный показался им наиболее подходящим. Будет ли данный опыт распространен на другие города, неизвестно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».